Самаре не прекращаются работы по расчистке территории, вывозу снега и противогололедной обработке. На расчистку улиц, тротуаров и дворов областного центра брошены все силы и резервы коммунальных служб. Трудится в две смены и, судя по прогнозам синоптиков, напряженный график сохранится до конца недели. За качеством работ следят городские власти. Выездное совещание в Самарском районе провела глава Самары Елена Лапушкина. В центре внимания территории, на состояние которых поступали жалобы жителей. Всю оперативную информацию глава города получает от Центра управления регионом и муниципального центра управления. Все обращения граждан взяты в работу. Глава города проверила, что было сделано для исправления ситуации. Работы ведутся и по улично-дорожной сети, и на дворовых территориях. И мы видим, что даже в такой снегопад чистится крыша. Да, от главы получили поручение, конечно, усилиться на всех направлениях. Это и на улице, и во дворах, и, конечно же, по очистке кровель. Ежедневно сотрудник администрации, управляющий микрорайоном, мониторит веренные им участки на предмет очистки выходов из подъездов, внутриквартальных, внутридворовых территорий. Все замечания сразу отправляются управляющим компаниям, и вечером еще повторный контроль с фотофиксацией от управляющей компании и наш повторный отчет. Только в Самарском районе на борьбу с последствиями снегопадов вывели порядка 15 единиц техники. Учитывая, что на этой территории много спусков, лестниц и узких тротуаров, усилена и ручная уборка. 49 бригад задействованы в очистке кровли от наледи. Усилен режим работы и во всех остальных районах города. Сегодняшний день по территории УДС улично-дорожной сети работают в день 154 единиц техники. Ну и 218 дорожных рабочих работают в усиленном режиме. За ночь с городских улиц вывезено свыше 5000 тонн снега. Сегодня основной объем таких работ также планируется в ночь. Для этого привлекут свыше 250 единиц техники. Ольга Хамракулова, Константин Головин, Григорий Плешаков. События.